Местный театр в Чедерлунге будет представлять Молдову и Гагаузию в Уфе. Актеры театра имени Чакира с 6 по 13 сентября приглашены на фестиваль в Башкирию. Спектакль «Камень в доме», который пользуется успехом в Гагаузии, будет вынесен на суд конкурсного жюри среди 14 коллективов. Извечная проблема отцов и детей проходит красной нитью через весь сценарий. Она знакома и понятна каждому, говорит руководитель театра, поэтому именно этот спектакль и не только поэтому. Другие спектакли, которые у нас есть в репертуаре, мы их не можем выставить из-за того, что нет актеров. А этот, то есть, позволяет по актерскому составу и красиво одетый и обутый спектакль, скажем так. Если в спектакле дочь, которую мать пытается выдать замуж, чтобы устроить свою личную жизнь, ассоциируется с камнем в доме, то в реальной жизни для актеров камнем преткновения стала подготовка к поездке. Нам только выделяется 15 тысяч. Естественно, эти деньги нам не хватит, мы останемся на полдороги. Поэтому я вот еще обратился к спонсорам, и некоторые лица, руководители предприятия откликнулись. Говоря о культурных ценностях и развитии родного языка, мы, к сожалению, упираемся в финансовые проблемы, сказал начальник управления культуры Гагаузии. Мы выделяем транспорт для этой поездки, и примария выделяет там топливо для этой поездки. В основном, как они обратились, мы исполнили их просьбу. А скажите, как можно будет в другом государстве рассчитываться нашим топливом, нашими талонами? Ну, это уже проблема руководителя. Ему выдали транспорт, он сейчас должен думать, как это все реализовать. К сожалению, так. Своих личных я должен сейчас взять 5000 леев на всякий случай, чтобы вот на топливо нам не хватит на 100 литров. Я уже посчитал, на 100 литров не хватит денег. Несмотря на отсутствие средств, на устаревшие декорации и костюмы, актеры настроены оптимистично и рассчитывают на успех. У нас уже опыт есть большой, и актерского мастерства у нас есть достаточно, и мы сыграем. Мы в лицо грязь точно не ударим. Они играют, капризничают и смеются. Такая у них работа – радоваться самим и веселить других. Эта роль действительно мне подходит по характеру, по всему. И, по сути, так оно и происходит очень часто в жизни, что иногда дети бывают препятствием для родителей в некоторых случаях. Вот поэтому и дочка там должна быть такой капризулькой немножко, как многие. И я прочувствовала, я думаю, что и играю, надеюсь, что играю так же, как почувствовала. Театр в Чедерлунге функционирует уже 15 лет, но до сих пор не имеет ни помещения, ни достаточного финансирования. А с прошлого года по решению Народного собрания Гагаузии его статус регионального был понижен до муниципального.